Stay frosty. Stay frosty. Меня больше интересует, что сейчас будет с юга. Но он не выбил. Он не выбил, это проблема. Вот он... Ну да, как там выбить? Чуть-чуть затормозили, он в принципе... Вообще похуй, потому что они там что-то постреляли. Похую просто. Поебать. Прорисовки не это слабенькая. Так, он их заспотал, те тоже заспотали других, друг друга постреляли. Тут что у нас такое? Ну, дефолт какой-то. Беги, блядь, беги! Он застреляет! Бля, ну тут... Ладно. Тачку-то выбили, а выбили. Сейчас Мика увидит типов. Юга там неплохая ёбка. Вульва, Рэй, психа. О. Сейчас приятно удивят Мику. Опа, сюда, ебать, писечку к осмотру. Акватик. Дай ему пизды. Акватик, дай ему пизды. Пиздец, блядь, акватик. Акватик, он ебёт ещё кого-то, блядь. Туда гранату, блядь, заебал. Пиздец, блядь. Неплохо? Плохо. Блядь, где нахуй дальность прорисовки? Я того рот ебал. Вот это? Нет. Я такой... Текстуры, это... Да я вообще хуй знает. Пизду, короче. Наш миномет готов, на моих. Работаем, работаем, бля. Ебать, а как этот фриз тут оказался? Я в ахуе. Ебать, на пенек сел, косарь отдал. Бля, вот как... Ну вот сейчас они должны север забирать.
непосредственно. Кири, тебя минометят? Пока нет. А Самайку пока отвези, закрыть, закапаешь, отвези Самайку. Спасибо. Да, они с севера не могут так дают. Мне интересно, он сожжет или нет. Сжег. У нас патроны на юге, у них фоба где-то юг. Окей, понял. Можете семье поиграть пока. На семье по морге точно. Так, ну центр пока держится. Вот. Северу, блядь, плохо, постоянно проходят. Пойти бы, пройти бы им разочек по северу. Вот прям буквально разочек втроем, вот прям хорошенечко пройти, ралики поснимать. Сразу нахуй посыпятся. Почти закапал нахуй. Перфект, сейчас будет резать. Ты ж будешь резать, брат? Ну надо зарезать, блядь. Надо зарезать, надо, надо, брат. Я знаю, ты хочешь. На нож. Аккуратненько, аккуратненько. Ну, ёбаный. Ну да, там, пока он запрыгнет. В принципе, я бы тоже, наверное, не резал, убил. Ну я знаю, он хотел зарезать. Просто там бортик помешал это сделать. Нихуя себе, ебать. Тачку распотали. Так, сейчас типчик идет к этим. Они тут втроем у нас непосредственно. С юга. Ну ебать, с юга, да. Господи, в каком же они большинстве вот здесь сейчас в данный момент? Потому что тут просто, ну просто много людей с свечком. Еще, блядь, один на мейне. Тут один, блядь. Тут вот в очке в каком-то один. Нахуй, вот центр просто должен... Да ебать, как... Алем больше дэп. Что это, блядь, нахуй? Твоего юго-восток. Да, блядь, ушел, кого, далеко. Ебать? Почему так? А, он заспотал? Они друг друга увидели? Хорош орать, ебать. Я ж подпрыгнул, Получше убили. Хорошо. Вдвоем дефайте, пожалуйста.
Мортиры не стартуйте. Делайте релоу транспорт и дефайтесь просто. Без мортиры играем. Понял. Челик уже какие-то меточки успел поставить. Вульва, я тебе метку фобы кинул, обычно вот так кидают. Тут меточка есть. Либо вот так. Ну хорошо, я принес особо. Ну это правда. Ох, пакет лосс 60. Он сейчас должен дать инфу, что на него рисует. Я надеюсь, он это сделает. Хотя тут уже, ну, Тимур, если только гранаты имеет. Дем вот идет с кипером. Сахарис. Отползай, краю. Они вдвоем здесь, парни. Он вот по лестнице. Хорошо. Еще есть. Хорош. Мортиру потом можете переставить на метку фоба красный, если ваши споты стреляют по ней. Ой. А вот ветку кипера. Хе-хе-хе-хе-хе. Минус два, красиво. Он хилится, он хилится, он хилится, можете пушить сейчас. Вот прям сейчас. Мужик нахуй. Мужик. Я поднимаю. Поднять не мог. Зачем ты ушел? Гранаешка была. Нашли фоба на юге. Хорошо. Нет, нет. Все, лежите резко все. Там же хаб. По итогу псих сделал, сишка. Не старайся уйти дальше, наградника смысла сейчас в этом нет. Фобы на тебе. На севере все плохо. Ну как, все то же самое, но хотелось бы, чтобы, да, песни бегают. Хотелось бы, чтобы они там прошли, конечно же, до этих раликов. Но тяжело пройти. Ну-ка, что-то драплет придумал. Убили. Нет, живой. Батин тут два их уже положил. В смысле, подожди. А, у тебя один выстрел оставался. Я подумал, что... А, ну да, Мосинка. Подожди. Фоба восстановит, а не моя. Нет, это не Мосинка. Еще раз, что фоба на... На юге восстановит ее. Это там Мосинка. Понял. Это же Мосинка? СКС, ебать. Че они все блядь? Понятно. Ладно. Была бы там СКС-очка.
Он бы убил, типа, спокойно причем. Блять, вот надо было им добавить, нахуй. Ой, блядь, ну и пистолета нету, боже, ну и, блядь, кал. Пиздец, блядь. Нахуй. Блин, вот кипер вроде реально стреляет Степана, но что-то они вот постоянно в сейве. Самочек. Я нужен где-то. Патроны для вас. Как же хорошо Вульва на юге играет. Пока не закрасим. Не очень хорошо. Он один против, получается, против какого он играет? Пятого и шестого? Против вот этих вот ребят он играет. Сюда, у меня радио упал. Ой, хорошо, хорошо. Сейчас тут, походу, будет беда. С Алексом на пару. Так, Тимур подошел. Должен разрезаться, конечно. Эти вроде что-то опять стоят. Ой, хорошо. Алекс. Минус 2 оформил. Ложу ушел, а можно выходить? А я боюсь. Боюсь. Страшно. Все, бай поменять. Нафиг. Логистику разбомбят. Заберут свои пять тикетов. Вульва там вообще. На юге у них оба нету. Либо совсем. Пронесли неплохо, держит неплохо. Тут, конечно, история такая, что один да пройдет, но это. Это как бы да. Ставят метки, пытаются найти по вот этим зонам фобку. Сейчас, ну, вот они понимают, что она вот тут вот находится. Будут пытаться эту прочекать. Еще одну. С чем ты это поставил?
Не угадал. Пацанов на севере прям вообще не идет. Тяжко так играть. Надо разочек волну поймать свою и прям вот. Ты там маленький, дай тебя поцелую. В школе в баскетбол, наверное, играл, да? Ставил одного, получается перфект. Ну, перфект. Ничего убивают от людей. И в меньшинстве один там в 3 приедет, даже в 4. Блин, тут с юга много людей ползает. Че, они там взорвали, я не понял. Да, вышел на квартиру. Это смотри, блин, че это. Что-то взорвалось. Патроны, я понял, я все был. Так, у этих размен произошел. Перфект. Перфект, красавчик, еще одного убил. Бля, ну если ты вот этого убьешь. Ой-ой-ой, пробежал. Увидел. Вульва, посылайте минометы, летят, отходи подальше. Не торопись, не торопись. Посидим. Вторую логистику отметил. На апдейле фарме. Перфект выиграл. Умничка. Обновил минус. Слушай, сколько он тут минусов Солянова дал? Он вообще нормальный человек? Понял. Нормально у тебя все, слышишь? Успокойся. Извини, брат, я не специально. Давили, точку забрали, север сломали. Сейчас Вульва там разберется. Ой. Первую логистику взорвал, вторую взрывай. Работаем. Куда это он собрался? Понятно, будет майн-минировать сейчас. Свои мерзкие мины. Первую мерзкую минку поставил. Колонна. Скоро он докатается, к сожалению. Ух. Опять какой-то замес у пацанов. На востоке я хз. Я могу искать. Один псих остался, получается, в тот. Ой, бля, не, нормально.
отбывать срочно. Блять, отвернулся, машину уже убили. Но он разменял, походу, еще одного. Нет. Походу нет. Че там псих по итогу тоже умер? Че они заспотали? Одну сплайку точно сожгли. Вот медик вроде... Вроде не заспотал минку. Он от нее сейчас убежал. Но тут очень много людей изрессалось. Тут у них в тылу всего двое бегают пока что. Уже три подломинки поставил тем временем. Ну, сейчас она едет к ним. Работаем по черепу. Ой, блять, хорошо закинул мортиру. Ой. Чутка не идет у пацанов, арм отрезал. Тяжело там, конечно, воевать, постоянно, блять, разные углы. Тютелька в тютельку просто идут. По тике там, ну и по киллам с смертями. Че этот гаденыш уже наставил тут? Блин, ну вот у них столько тачек брошенных. Нихуя ты там, блядь, нормально разворачиваешься. Сейчас за дрифт, блядь. Нормально он в круг заехал. Мне интересно, что сейчас вот эти два типа сделают. Сейчас хаб заблочится. И... Сишку поставил. Сука, ну зайди, зайди в зону, шестой. Да, я вижу, что ты хаб лучше. Убили его, Саш. Стрелки мои. Окей. Okay. Так. Хорошо. Ну, пацаны понимают, что он ходит с юга. И что южные дороги, скорее всего, заминированы, потому что он же, ну, как бы сапер. Это логично. И колонна ездит по северу. Но, блять, они две тачки заспотали. Вот эти вот тачки, это, конечно, супер халявные тикеты. Вот здесь, мне кажется, очень, ну, блять. Били еще колонного. Ну, он хат копал. Подошли из запада. Справитесь, и помощь нужна срочно. Разменяли. Разменялся тоже нормально. Да, но проблема в том, что тут есть медик. Жди ревайв. Thank you.
убили повторно. Я хелик отметил на юге, надо амортировать. Ну про медика инфы не было. Они, наверное, подумали, что он заново пришел. Сейчас он выебывается. Да выебывался. Теперь бы вот в тачки бы отогнать. Ну, блин, идти по тачке. Одну точно взорвут. Тут слишком близко уже подошли. Прям пиздец близко. Север прям ломают. Но он не спасет уже. Уже. У обеих тачек нет колес, скорее всего. Новых леса. У этой нету колес. Давайте, пацаны, отвозите, отвозите. Че там у перфекта, интересно? 18. Не, ну у перфект сегодня что-то вообще отыгрывает очень хорошо. Нашел свою игру, нашел свой темп. Че там псих делает у нас? А ты куда пошел, я не понял. Ты что, найдешь мину? Где меня? Он не отсюда, Саш, на стрелке. Понял. Удачи проехать. Вот эти, блядь, опять собираются в кружок свой. Такая же мина. Попробуй найди ее, блять. Они все, блядь, такие, да? Их не видно. Ну и тут такие же. Ну, да. Пиздец, блядь. Охуенная игра, блядь, склад этот, блядь. Господи, сколько у них людей на западе, вы чё, блядь? Пиздец, срочно помощь на запад надо. Откуда они все пришли? Это все шестой... Какой это? Шестой ранг? Шестой. Тут четверка. Ну, четверка по северу пошла вдвоем, шестой втроем идет. Вчетвером уже идет. Втроем, и кто-то, видимо, заходил. С запада подходит. Пизда, помянем. Будем разбираться. Мина взорвала. А блок, скажи, что два человека минимум. Бля, надо реагировать, пиздец. Вот это сейчас очень опасно. Псих сейчас фобу найдет. Ну, давай посмотрим, как ты ебнешься. Чуть-чуть ведут. У Ульва все хорошо. Запад, надо срочно помогать, запад. Ну тут сейчас они убьют двоих, и все будет нормально уже. Пиздец, блядь.
Да ну нахуй. Ой, умничка. Нет, я минус 2 дал на западном хабе. Минус 2 и тут. Это СВУ или это мина? Это СВУ, он позвонит. Фобу они, естественно, не нашли. На апреле в ферме горит фобу у них. Ой-ой, точно-точно, там же псих. Он ничего не сделает, он да, чисто, ну, затормозил их чуть-чуть. У него тем более опять СКС-ка это, да? Ой, этот Мосинка. Ну, очень тяжело убивать, конечно, пехоту с этой хуйни. Он вообще спотник, тип с крыши. Тормози, тормози, тормози. Он попал, по-моему, убил этого и ранил его выстрелом одним. Хорош. Давайте, если еще умрет, будет вообще орно. Сука, блять, выжил. Ладно. Да, ему бы СКС-ку, блять, борьба он их разматывал. Звук слышал, Андрюха, интересно или нет? О, помянемся, блядь, дурачок. Ой, извините. Да я про Андрюху, дурачок, Андрюха у нас просто есть один. Вот народу, пиздец. Ой, этот ралик с йогой, конечно, все испортил. Мина, не будет, надеюсь. Все, спасибо. Один остался на восточном хабе и двое получается, да? Сюга. И двое на западном контроле. Взяли. Не, ну за сторону милиции они должны будут там пронести их. Но если не пронести, то с хорошим преимуществом потики там выиграть. Пизда пацанам, блядь. Ой, хорошо. Хорошо, что не вовнутрь попало. Ай, бля. Все, фобу капают. Потеки там сравнялись. Ну слушай, они сейчас остановят, скорее всего. А они не попали. Вообще. Ну ладно. Тогда вообще все шансы есть их
здесь убить. Вот это хорошее, кстати, настолько решение. Надо, насколько это возможно. Понял. Перфект, взорви машину. А, ну тебе нечем, блядь. А чё, в смысле? Почему? Почему она подсвечивается как? Понятно, это склад. Блин, ну если он сейчас поедет на ней, я его охоту. Столы, говорю. Цела. Я медик. Да ладно. There's one in here, I think. Heal. Можно восстановить фобу. Мы дали минуса, Юг. На фри в точку заходим. Лем, заходи в точку, даже керц. Вот перфект, брат, ты должен был сейчас пометить машинку. Почему ты не пометил машинку? Это же 5 тикетов, ну ё-моё, бля. А у них точка, походу, пустая, хз вообще, клир. Да, заходите, заходите. Она и должна быть пустая. Ну у них не хватит тикетов на один раз прогивапаться. Там охранник. Мы тянем флаг. Да, тяните. Фолу восстановил. Что-то два дорочила с Юга решили. Решили прийти заново. Пизды хотят получить. Пизда тебе, блядь, беги. Типы на вале заходят с воды. Подбивались. Сейчас еще. Сколько у них тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну да, вот они лежат по команде гевапнуться. Потом разгрузить. Блять, взорвите машину, пиздец. Ой. Тут нужен хороший старт. За в эту сторону. Мика, нужен очень хороший старт. Я останусь его. Хорошо. Хорошо. Ой, хорошо. Как они сейчас красиво побивали их под разными углами. Все, ебать, гевапайте еще. Армадист, я тоже ушел, пока валит керц.
Как только надо, будет сразу бэк. Я останусь на максе. Машинку взорвите. Патроны разгружаю. Они же не знают, сколько у них тикетов, правильно? Правильно. Но они знают, что есть машинка, но машинку не взрывают. У них поход тикетов. Аниме реакция продакшн. Это кто написал, блядь? Ну, я понимаю, что это не сейчас писали, но кто это сделал, блядь? Я осуждаю, как я и сказал.